Сейчас сказочное время, вся страна готовится к Новому году, а творческие люди делают особенные приготовления. Например, вот такие традиционные рождественские венки делаются из конфет. И вот сейчас рядом со мной на все руки мастер, очень творческий человек Анна Новоселова. И она нам расскажет, как сделать всю эту красоту у себя дома. Анна, с чего мы начнем? Что мы должны иметь? Для того, чтобы сделать такой венок, нам не понадобится никаких специальных приспособлений и специальных материалов. Все материалы, которые в этом веночке использованы, найдутся у каждого дома. Это конфеты, мишура. Нам понадобится картон. Картон из-под коробки. Нам потребуются газеты. Ну, циркуль или тарелки, чтобы нам сделать форму венка, ножницы, скотч двусторонний, скотч малярный или обычный, ну и, собственно, вот наши украшения. Для того, чтобы начать делать наш венок, мы берем картон, берем нашу тарелку, либо можно взять циркуль, я по тарелке буду это делать, и просто обводим. Теперь берем маленькую тарелочку и делаем внутренний диаметр внутреннего круга. Кладем по центру. Мы берем скотч двусторонний и несколько отрезаем кусочков. Теперь для того, чтобы придать нашему колечку дополнительный объем, мы берем газетки и вот так их сминаем. Теперь мы берем газетки и начинаем их приматывать к нашему веночку скотчем. Вот такой вот у нас веночек, заготовка для нашего веночка у нас получился. Анна, теперь вам, наверное, нужна вот эта мишура? Да, мишура нужна, но для начала нам нужно повесить веревочку, за которую тесемочку будет держаться наш веночек. Мы ее просто вот можем сделать вот так. Здесь подклеить либо на двусторонний скотч, либо на клей. Я это сделаю на клей. Мы должны обклеить скотчем наш веночек. Сразу снимать его не будем, просто обклеим. Еще раз прикладываем и начинаем обматывать. Берем конфетку и просто ее, вот этот хвостик, приклеиваем на скотч. Анна, ну вот сейчас, наверное, самый волшебный момент. Будем украшать. Да, начнем украшать. Так, сделаем поверху колокольчики. Ну все, мы закончили работу. И у нас с вами получился вот такой вот красивый веночек. Ну что же, украшайте свой дом творчески и обязательно смотрите «Умелые новости». Уж мы-то научим всему.